Дорогие друзья, самые рейтинговые передачи Первого канала – шоу «Голос» и «Пусть говорят». Нам кажется, что если объединить две эти передачи, получится новое суперрейтинговое шоу. Итак, шоу «Пусть поют». Высокие ноты, низкие поступки. Шоу «Пусть поют». И давайте сразу знакомиться с нашей первой героиней. Кого любила, второй надоел, третьего забыла, четвертый исчез во вторник, о первом почти ничего не помню, но пятый мой совсем не такой. Ну что ж, у нас в гостях мать пятерых детей, Надежда. Спасибо, присаживайтесь. Любишь петь хором, а спать под забором? Вытягиваешь ля, но перед этим добавляешь еще одну букву. Тогда тебе к нам. Ну что ж, давайте выслушаем историю одной армянской девушки. Она собралась на свидание с красивым парнем, армянином. Вся уложилась и причесалась. Одно забыла. Аккуратней, аккуратней, а то всех парней отбреешь. Напоминаю, в эфире шоу «Пусть поют». И у нас в студии моряк дальнего плавания со своей скандальной историей. Встречайте! Сын любимый, ты прости меня, не будет самоката у тебя. Дочь моя, и ты меня прости, куклу я не смог приобрести. Меня жена придется извинить, шубу я не смог тебе купить. Но вина здесь вовсе не моя, просто у меня в Новороссийске, просто у меня. Вторая семья. Скажу я вам честно, скажу не тая. Там тоже нет кукол, там тоже нет шуб. Вот так моряки во всем мире живут. Вторая семья. Скажу я вам честно. Это ты про меня? У меня в руках результаты ДНК-теста на отцовство. И 99,9% составляет, что реальный отец этих детей – Владимир Маркони. Родная земля, холмы и равнины, леса и поля. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях были жители подъезда номер 2, дома Мотовилинка. В следующем выпуске будут жители подъезда номер 4. Дорогие друзья, на этом шоу заканчивается. Не берегите себя и своих близких, иначе где нам брать гостей для нашего шоу? Дорогие друзья, зачем вы показали этот номер? Просто без таких людей, как бы вы почувствовали, что у вас в жизни все хорошо? Команда КВН «Заполярье», спасибо! You're killing me.